Минувшей ночью из Азербайджана в Турцию вылетел очередной самолет с гумпомощью по поручению первой леди страны, президента фонда Гейдара Алиева, вице-президента Мехрибан Алиевой. Как и неоднократно было в подобных ситуациях, первый вице-президент Азербайджана с первых же дней взяла под личный контроль организацию помощи. На этот раз для пострадавшей от стихийного бедствия братской Турции. «Боль турецкого народа – наша боль. Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции», написала Мехрибан Алиева в соцсети 6 февраля, спустя несколько часов после первого землетрясения в Турецкой республике. И руководимый ею фонд Гейдара Алиева сразу же подключился к оказанию помощи. Сегодняшний борт с гумпомощью, направленный в Турцию по поручению президента фонда Гейдара Алиева, уже третий за прошедшие с начала трагедии несколько дней. Первый вице-президент, обращаясь накануне через свои соцсети к народу страны, выразила признательность местным компаниям и организациям, примкнувшим к начатой в Азербайджане кампании по отправке гуманитарной помощи. К примеру, Паша Холдинг и его дочерние компании пожертвовали по 500 тысяч долларов в два ведущих фонда Турции – Ахбаб и Афат, что в сумме составляет 1 миллион долларов. Отдельно Мехрибан Алиева поблагодарила каждого азербайджанца, кто так или иначе сейчас привлечен к ликвидации последствий, спасению, а также к освещению трагедии в Турции. «Выражаю благодарность нашим спасателям, привлеченным к поисково-спасательным работам в зоне землетрясений, медицинским работникам, делающим все возможное во имя скорейшего исцеления раненых, сотрудникам дипломатической службы, занимающимся выявлением и эвакуацией граждан Азербайджана, пострадавших во время трагедии, представителям СМИ, без устали освещающим происходящие события», говорится в обращении первого вице-президента Азербайджана. Отмечая единство и солидарность, с которыми азербайджанский народ оказывает поддержку братскому народу Турции с первых же часов ужасного землетрясения, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева справедливо заметила, что помощь нашего народа является ярким доказательством братства, дружеских отношений, взаимной любви между Азербайджаном и Турцией. «Искренне горжусь тем, что я азербайджанка», – написала в своем обращении к соотечественникам от 10 февраля первая леди Азербайджана, чей образ многие годы вдохновляет граждан нашей страны на благотворительность и проявление милосердия и сострадания.